Так, значит, ОБС включился. Сейчас пойдет трансляция. Да, трансляция пошла. Всем привет. Это канал Николая доктора Люквейдера. С вами снова Николай доктор Люквейдер и Ман Банан. Да. Вот, и у нас сегодня игра Broken Sword для PlayStation 1. Должна быть. Сейчас я ее запущу. Она, правда, немного странно там. Местами эмулируется, но в основном вроде все работает. Так, вот этот темп запустим. Так, давай. Кайся игра. Так. Окно. Так, ну. Ага, вот. Ну, как обычно, нас вежливо... Ой. А чего, в чате один зритель, что ли? Или это у меня глюки? Так, надо, по-моему, немного звук увеличить. Ну, по идее, в чате их должно быть... Ну, хотя да, если не считая нас, то... As I picked myself up, all I could hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me. But the explosion was to change my life forever. Это, по-моему, не так немного началось. По идее, должно с заставки начаться. Сейчас тут где-то должно быть начать новую. Так. В любом случае, мы приветствуем всех, кто нас смотрит. Даже если они не зарегистрированы. Да, конечно, рестарт. Да, вот, кстати, заметьте, курсор довольно неохотно двигается. Но все остальное вроде идет нормально. Так, ну давай. Еще раз. Париж осенью. Последний месяц года. Нет, конец миллениума. Город содержит много воспоминаний для меня. О кафе, о музыке, о любви и о смерти. Ну, собственно, Revolution Studio это поднесла. Что ты там так активно набираешь? Да, у нас тут скоро для футбол человека. А, в скайпе? Нет, в ВК. ВК? А, ну ладно. О, привет, Хорус, кстати. И Баб, привет, всем привет, в общем, кто с нами. Посмотрим немного титры. Представим, как будто это фильм. Хотя это почти фильм. В прошлый раз я хотел скипнуть титры, и в итоге скипнул весь стартовый ролик, если он тут все-таки есть, я не ошибся. Если они его вырезали, это свинство с их стороны. А, нет. Началось. Так, Холис пишет Вардока, привет. Я играл в нее. Очень хорошая игра. Ну да. На стриме он поехал. Понятно. Муся, я тебя убью. Ну клево. Я ее еще на стриме не играл. Посмотрим, как у меня получится. Значит, в принципе, если что, сможешь мне отдельные моменты подсказать, если у меня совсем большие трудности будут. Ну ладно.
Когда я поднялся, все, что я могу слышать, это шум автомобилей. Жизнь не была вокруг меня. Но взрыв изменил мою жизнь навсегда. Так, ладно. Вот Хорис пишет, я в ремейк играл HD переиздание. Ну, я играю, как я понимаю, в оригинал. Ну да, я натыкался на упоминание какого-то директора ската, когда директор ската, когда искал скриншоты. Так. Ну что, посмотрим, как эта официантка тут. О, моя голова. Больше никогда. Сколько водки я выпила. О, нет, не говори мне. Как тебя зовут, Шерри? Джордж Стобарт, мэм. Джордж Стобарт, мэм. О, американец. Она спросила вопрос вполне спокойно, но я мог слышать ее сдержанность, что-то жесткое у всех европейцев. Вы, судя по всему, вам нужна помощь. Мне нужно выпить. Я себя чувствую больной. Я даже не помню это. Просто успокойтесь. Вы потеряли сознание. Не говорите, что случилось. Тут был взрыв. Вам лучше не двигаться. А вы доктор? Не знаю. Так, сейчас. Отвечу-ка я. Да, я доктор. Я учился у доктора Бентона. А кто он? Просто один из величайших медиков на этой планете. Он мне говорил, то есть он научил меня всему, что я знаю о медицине. Вы что-нибудь помните? Нет, мне нужно выпить. Принесите мне бренди. Это самое... Кстати, забавная у них такая анимация, когда они говорят... Лёдом. Просто дайте мне... Просто дай мне бутылку. Я думаю... Капля не повредит. Так-то лучше. Она прильнула к бренди, как будто это была вода. Что насчет старика? Он мертв? Да, мне кажется, он может быть. Я никогда не видел настоящих трупов, ну, кроме бабушки. Но это было другое, она была семья. Странно, как-то она говорит об этом. Если она сказала, что там, типа, естественно. Она говорит, уже воняет. Нет, он всего пару минут мертв. Вы знали старика? Нет, месье. Я его никогда раньше не видела. Как он себя вел? Agitated, he kept looking about him at the door, at his watch. Он постоянно смотрел на двери, на часы, как будто он кого-то ждал. Yes, I suppose so. Да, полагаю так. He was worried about something. Он о чем-то беспокоился, это точно. Если вы спросите меня, у него была интрижка. У него такой вид был, как у виноватого мужа. Do you remember what happened when the clown entered? Вы помните, что случилось, когда клоун вошел? Я помню эту ужасную мелодию, похожую на похороны. Я никогда не любил музыку аккордеона тем более. Клоун говорил со стариком? Нет. Он просто над ним смеялся. А потом он схватил чемодан старика и убежал с ним за дверь. А вы видели, что у старика было в чемодане? Нет, он его не открывал. What did the old man do when the clown snatched his briefcase? Что делал старик, когда клоун похитил его чемодан? Ничего, он просто сидел там, словно замороженный. Да, кстати, если что, можете там небольшие поправки в мой перевод тоже вносить. Блин, даже Хурус ушел. Вот дерьмо-то, а. Бывает такое. Ну да. Я попробую сейчас репостить. Может быть, кто придет, хотя я сомневаюсь. Не особо. Попытка не пытка. Друзья, такс.
Так. Я, в принципе, много кому написал. Так, сейчас я продолжу. Так, проверю сперва еще один сайт. Так, тут тоже ничего. Так, ну тут понятное дело. Ладно. Ладно, сейчас тогда просто продолжим, как ни в чем не бывало. Так. Ладно, это я лучше выведу, чтобы была больше картинка у меня тоже. Так, и все про клоуна мы не все спросили. Пытался ли старик остановить клоуна? У него не было шанса. Клоун бросил аккордеон и убежал за дверь. Он сидел лучше все, что я помню. Так, ладно. Stay here, mademoiselle. Оставайтесь тут, мадемуазель. Я поищу тут улики. Так, ну посмотрим. По идее, курсор должен изменить свой вид, если мы найдем что-нибудь, что мы можем использовать, или типа того. Так, что у нас здесь? Я пытался... No wallet, no papers, no credit cards. The guy's past was a blank page. Короче, у мертвеца нету ни кошелька, ни денег. Ни паспорта. То есть его прошлое как чистый лист. Понятно. Так.